Всем здравствуйте! Известный фигурист Роман Костомаров уже четвертый месяц остается в реанимации клиники «Коммунарка». Пережившего несколько ампутаций спортсмена готовит к протезированию. Олимпийскому чемпиону нужно восстанавливать мышцы, атрофировавшиеся после долговременного лежания. Сегодня врач Андрей Звонков отметил, чем активнее будет Роман, тем меньше у него будет депрессии. Хотя с его инвалидностью без нее теперь не обойдется, потому как тяжело, конечно, перенести столько ампутаций, подчеркнул терапевт. Звонков сообщил, что в такой ситуации фигуристу необходима поддержка, особенно со стороны членов семьи. Психолог с Костомаровым будет работать достаточно долго, считает врач. Также сегодня о ситуации с Костомаровым высказался чемпион в фигурном катании Дмитрий Козловский. По словам спортсмена, он очень хочет встретиться с кумиром, чтобы поддержать его и помочь. Однако это будет не раньше выписки фигуриста из больницы. Также помощь готов оказать олимпийский чемпион Александр Галямов. Он признался, что следит за новостями о состоянии Романа и выдохнул с облегчением, узнав о его постепенном выздоровлении. «Роман – потрясающий человек. Мы общались, знаем его и искренне желаем скорейшей реабилитации. И хотели бы его увидеть, чтобы с ним пообщаться», отмечают коллеги спортсмена. Добавим, что вся страна с замиранием сердца ежедневно следит за состоянием здоровья знаменитости. Оказать помощь Роману Сергеевичу хотят и многие поклонники фигуриста. Будем надеяться, что совсем скоро фигурист полностью поправит свое здоровье. Рома, держись. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!